Welcome everybody to today's update call. The back office is changing at the moment. The site's down as they change it. So what I'm going to show you is subject to us checking everything also in the back office once live. Сейчас у нас бэк-офис сайт закрыт, в бэк-офис не попасть, потому что ведутся глобальные работы, потому что мы знаем, что завтра у нас вступает в силу новый план маркетинга, и мы как бы знаем, что там будет происходить, поэтому мы хотим рассказать вам о том, что там будет конкретно, а вы потом все увидите в вашем бэк-офисе, пройдетесь, посмотрите, попробуйте на вкус. Окей, я даю мое. What we're going to do is just cover mainly the compensation plan changes and a few updates. И что мы сейчас сделаем с вами? Мы в основном уделим внимание компенсационному плану, плану маркетинга и некоторые апдейты. So this compensation runs from today, April 7th. И этот компенсационный план уже начал действовать с сегодняшнего числа, 7 апреля. The old plan finished yesterday. As did the crowd won awards finished yesterday. Старый компенсационный план закончился вчера, так же как закончились crowd won rewards. Okay, so the main areas of the plan changes that we're going to cover, but some are just simple name changes and some are a bit more details. So we now have the sales bonus. И мы пройдемся по всем пунктам. Если после на сегодняшний момент мы имеем бонус продаж. The active user pool. Пул активных пользователей. Loyalty points. Баллы лояльности. Crowd bonus. Crowd bonus. Matching bonus. Matching bonus. Fear of loss bonus. Бонус страха потери. And residual bonus. И бонус пассивного дохода. And the site is probably going live as we're speaking, but obviously we want to show you what we've got so far. И, может быть, пока мы говорим, сайт уже начнет работать, но я вам покажу то, что там будет. Okay, so first we have the sales bonus. Первое, что, чему мы уделим внимание, это бонусу продаж. Это тот бонус, который, в общем, нам, это наш основной, скажем, бонус и основной источник доходов. Okay? So basically the sales bonus is as we market the third-party companies, you know, products and services, as we make a sale, as someone purchases, for example, Mixer, that will generate us the sales bonus. Бонус продаж очень просто, так как мы работаем с компаниями, различными компаниями, и как только будет осуществлена продажа, тот, кто осуществил продажу, получит этот бонус. And the different products and services have different sales bonuses, values. И различные продукты имеют различные типы бонусов продаж. And there's no special qualifications to receive this. You make a sale, you receive the funds. И не нужна никакая специальная квалификация или ранг, чтобы получить этот вид доходов. For example, we've got the travel with Life Trends, we've got Mixter, we've got Tribute and Lifestyle, and much, much more to come. Ну, к примеру, сейчас мы уже имеем лайфстайл путешествия, Mixer игровая, лайфстайл это трибьют в Нигерии, и очень много сейчас ожидается в ближайшее время. Now, once the sales bonuses start being paid from the 1st of July, basically how it's going to work is you get paid the month after CrowdOne have received the funds from the third-party supplier. Bear in mind, the funds are coming from the third-party supplier. И очень важно, что первый раз этот бонус будет оплачен 1 июля, и он будет платиться за предыдущий месяц, через месяц, потому что мы получаем деньги от других компаний. То есть мы не берем деньги себе, деньги идут напрямую компании, с кем мы работаем, и они нам перечисляют по результатам наш процент. So that's a fairly simple bonus. You make a sale, you receive the commissions that relate to that sale the month after. Fairly simple bonus. Это очень простой бонус. Вы понимаете, что вы получаете то, что вы сделали продажу, получили. So the more Mixer packages you sell, as an example, the more Mixer sales bonuses you will receive. Если осуществляете продажи различных бизнесов, продажи с различных бизнесов, которые существуют в системе, то вы получаете больше этого бонуса. We also have the loyalty points. И также у нас есть баллы лояльности.
Just bear with us one moment. We also have the loyalty points. Now, the loyalty points are brand new. They're just starting from today. И эти баллы лояльности, это то новое, что компания привнесла в наш маркетинг-план, и они начались только сегодня. And you're going to get an amount of loyalty points with each of the starter packages. И у нас, честно говоря, стартовый пакет приходится различное количество этих баллов лояльности. And there's going to be other ways you can accumulate and receive loyalty points based on the correct activity and engaging with the products. И у нас будут различные варианты, как получить эти, этот тип бонус, баллы лояльности, в зависимости от вашей активности, от ваших продаж. Это все будет объяснено. And further down the line, we're going to see when once the sites are all live and everything, it's going to be a stage rollout. You will see exactly how you can obtain the loyalty points and how you can use them. И дальше вы увидите в своем бэк-офисе, как вы будете получать эти баллы лояльности и как вы будете их использовать. The next one is the active user pool. Следующий – это пул активных для активных пользователей, активных юзеров. And there's going to be one pool for each of our product groups. И, соответственно, это не один пул общий, это различные значит, эти бассейны или финансовые бассейны для каждого типа бизнеса. And you can earn on all your own purchases and also the sales that you refer. И вы можете получать на ваши личные, иметь долю в этих пулах или в пуле, в зависимости от того, сколько продуктов вы потребляете сами на свои продукты и также на те продажи, которые вы осуществили. For example, let's say you purchase the mixer. And then you sell the mixer package to four other people. You then have 5 points in the active user pool. Допустим, вы используете сами, допустим, микстер, и вы сделали 4, допустим, продажи микстеров, то у вас получается 5 долей в этом пуле микстера. And also, it's key to remember you've got to be to receive the funds from the pool. You've got to be an active member within that pool. With at least one product purchase in the same month. И для того, чтобы быть в этом пуле активности, получать что-то с него, вы должны для начала хотя бы иметь, вы должны обязательно иметь активный хотя бы один из продуктов. То есть вы должны быть потребителем от хотя бы одного продукта из предоставленных вам в нашем C-Store. And that gives you the right to earn in both the active user pools if you do that, and also receive the sales bonus. Это дает вам право получать и бонусы продажи, и, соответственно, участвовать в этом пуле. For example, if one month you imagine if someone did a 1 month subscription on Mixer, if the next month they didn't have an active subscription, they would not receive the active user pool, even if they'd made sales. They've got to have a personal, they've got to have at least one active member product purchase within that same month itself. Ну, представьте, допустим, если человек сам, допустим, активный, а в следующем месяце он не активен, там в том же микстере, допустим, он, у него подписка закончилась, и он сделал в том месяце, когда он не активный продажу, то эта продажа ему будет не засчитана. Okay, the next one is the crowd bonus. This is like based on the binary of the two-team build. И сейчас вот то, что мы говорили, бинарный бонус, сейчас называется crowd бонус, это, в общем-то, старый наш бинарный добрый бонус. We still have a 1-to-1, 1-to-2, and 1-to-3 ratio like before. И мы имеем то же самое, 1-к-1, 1-к-2, 1-к-3 соотношение в этом виде бонусов. So on a 1-to-1 ratio for a white pack, we now get 60 points each. So if there's one sale left and one sale right, that would generate 120 business points on a 1-to-1 ratio. Сейчас белый пакет – это 60 баллов, и если сделать 1-к-1, это будет 120 баллов. And again, that can happen multiple times for you. Да, это может развиваться до бесконечности. You do need to have one personal sale of a starter package on either leg to also open up the crowd bonus. И маркетинг не изменился, вам обязательно иметь одного человека слева, одного человека справа, чтобы получать этот вид бонуса.
We also have the 1-to-2 ratio. In this example, let's say you have two sales on the right leg and one sale on the left. И, допустим, мы имеем, значит, вариант 1-к-2. То есть, допустим, у вас с левой стороны одна продажа, а с правой стороны две продажи. You get 120 points on the right leg for two lots of the white hat, one on the left, which is 60 points also, so that would be 180 business points on a 1-to-2 ratio. The principle у вас правая ноге. Правая ноге у вас 120 получается, а бизнес-поинтов левой 60, 60 плюс 120, 180 бизнес-баллов в сумме. We also have the amazing 1-to-3 ratio still. So imagine if... So imagine if you had three sales on the right leg, one sale on the left, they add them all together on a 1-to-3 ratio, that would be 240 business points. Вот в данной ситуации у нас есть 1-к-3. Если с правой стороны было сделано 3 продажи, потом сделана одна продажа слева, все по 60 баллов, то вы получите в результате суммарно 240 бизнеса баллов. So on this particular bonus, there's only a couple of things changed. One is the name, to make it more simple. В данном виде бонуса изменилось просто имя, название сейчас Crowd Bonus. And the amount of points per pack, but I'll show you in a moment why that's not a reduction from what we had before. И изменилось количество бизнес-баллов за каждый пакет, но я сейчас вам покажу, почему это не важно, почему это, в общем-то, в принципе, то же самое, что и было. So now the starter pack, so white has 60 points. Okay, yeah, go through. And the black has 190, gold 500, titanium 1,550, and a pro 2,250 points. И сейчас у нас белый пакет 60, черный 190, золотой 500, титановый 1550 и титаниум про 2250 баллов. And we've got the same as before with different ratios coming with different packs and a balance of points as well. On the one... Мы имеем то же самое, что было в старом маркетинг-плане. То есть ничего не меняется, только изменилось количество баллов на каждом пакете. Some key changes now are 100% of this bonus is paid to your personal account. И основное, значит, изменение в том, что сейчас 100% этого бонуса платится напрямую на ваш персональный аккаунт. And you also need to have to receive the crowd bonus at least a minimum of 5 active user points in an active month or personally introduce one entrepreneur. И чтобы иметь этот тип бонуса, вам нужно иметь 5 активных баллов. То есть это, грубо говоря, допустим, вы плюс 4 продажи микстера. Вот это 5 баллов. Вы должны быть сами активны в тот месяц, когда вы получаете, когда то есть вы должны быть активны, чтобы получить этот вид бонуса. То есть без активности вашей личной ничего не произойдет. И если не будет 5 баллов, тоже вы ничего не получите. Now, new members will get a grace period of 90 days to obtain their customers for that and their active user points as well. Чтобы было не тяжело работать, компания создала период 90 дней, в который человек, который новичок зашел, он получает все без ограничений и ищет своих 5, значит, собирает своих активных 5 баллов. То есть если он один взял, то есть ему надо найти 4, то есть один он активный, и 4 надо найти клиента или партнера, который будет использовать продукт. Или же, допустим, можно персонально спонсировать, значит, одного человека в месяц. And existing members, because the plan is just changing today, will have 1 month to meet the criteria as a grace period. И люди, которые сейчас у нас в компании, которые уже в компании, у них будет 30 дней, чтобы достичь этих критерий. And again, as announced originally on July the 4th last year, that unbalanced points flush after 6 months. So the points you put in your crowd bonus remain for the month you create them plus 5 months thereafter, so approximately 6 months. И, значит, мы 4 июля прошлого года было анонсировано, значит,
6 месяцев, а сгорание очков в течение, за, через 6 месяцев, и это вступило уже в силу, то есть вот, допустим, сейчас было сгорание в этом прошлом месяце октябрьских, то есть идет 6 месяцев сгорания баллов. Но об этом говорилось давно, компания это не применяла, сейчас с новым маркетинг-планом компания это применила. Okay, so I'm showing you now how that Crowd Bonus works by going to the personal account. Еще я покажу, как Crowd Bonus работает, когда мы заходим на ваш персональный аккаунт. Up to yesterday, April the 6th, 70% went to the personal account and 30% was in the old Crowd One Awards. До вчерашнего, до сегодняшнего числа 70% денег шло от бонуса на ваш персональный аккаунт в деньгах и 30% шло в Crowd One Rewards. And today moving forward, obviously there's no more Crowd One Rewards, but you still get this amount here. What was called 70% is now 100% and goes to your personal account. И, соответственно, в рейсе раньше было 70%, то сейчас эти 70% это те деньги в чистые, которые вы получаете. Это, значит, сейчас, ну, мы это мы называем 100% денег падает на ваш аккаунт. As an example, before a white hat was 90 points, now it's 60, but the difference is where the loyalty program kicks in. The actual amount that goes to your personal account is basically the same. И сейчас, в принципе, раньше, если был 90, сейчас 60, но на самом деле, если раньше мы 30% отнимали, то, в принципе, по сумме это получается то же самое, но большая разница в том, что вот эта программа лояльности, она бесконечна, и она будет давать прекрасное вам и сохранение там каких-то. В общем, будут разные вещи очень интересные, которые вам пригодятся в жизни, которая будет использована. В том числе мы не скажем, что вот меня спрашивают многие, что можно получить. I just saying about the people asking about how we can in cash the loyalty points. I just explaining it's not possible because they need to be used for the goods and products. Just I finish on Russian, okay? Yeah. I think it's important. Means вы не можете эти loyalty баллы лояльности обналичить, то есть вы можете превратить их в деньги, но вы можете превратить в деньги, если, допустим, в LiveTrans вы сделаете своему хорошему другу какую-то хорошую скидку на гостиницу, и там будут использованы loyalty баллы, очки лояльности, то, соответственно, вы можете сделать хорошую продажу сами, или, допустим, если эти баллы будут использоваться в миксере каким-то образом, то вы тоже сможете сделать продажу и своеобразно получить назад деньги, только в другой, как бы через другую систему координат. Okay, the next one is the matching bonus. Следующее это matching bonus. The matching bonus is still going up to 5 levels deep. Matching bonus тоже самое, идет до пятой глубины. Now to open up each level, to open up level 1, you now need 5 personal sales of the starter packs. Если раньше это было у нас 4 персональных пакета, сейчас это 5 пакетов, и все идет по 5. And 5 activity points. И у вас должно быть 5 персональных приглашенных людей и 5 баллов активности, 5 очков активности. To open up Checkmatch level 2, you need 10 personal sales of starter packs plus 10 activity points. И чтобы, если мы смотрим на уровень второй, то у вас должно быть 10 персонально приглашенных и 10 баллов активности. Checkmatch level 3 is 15 personal sales and 15 activity points. И на третьем уровне 15 и 15. And Checkmatch level 4, 20 personal sales and 20 activity points. На четвертом уровне 20 и 20. And open up Checkmatch 5, 25 personal sales and 25 activity points. И на пятом уровне 25 и 25. Matthew, I think it's important we know the connection to the packs on Correct. Which you yeah. have. Yeah. I think it's very important to mention. I will say in Russian. Yeah. И как вы видите, если раньше была привязка к пакету, на котором вы находитесь, то здесь такой привязки нет. То есть, соответственно, если вы работаете хорошо на любом пакете, который бы у вас был, то вы сможете
принципе, получать до пятой глубины. Если раньше, чтобы получить пятую глубину, надо было иметь титановый пакет, то сейчас это не обязательно. Просто нужно иметь 25 персональных приглашенных и 25 баллов активности. То есть все идет, весь упор делается на продажи. То есть мы компания прямых продаж, и от прямых продаж мы зарабатываем. Это очень-очень важно. Yeah. Okay, only entrepreneurs can qualify for matching bonus, and for new members, it will be a grace period of 90 days again after sign up to qualify and achieve effectively the activity bonus. Значит, только интерпренеры у нас вот есть сейчас клиенты, члены, которые кого-то привлекли клиента, да, то есть у нас есть просто клиенты, которые используют продукт. А клиенты, я бы назвал так, продвинутые клиенты, которые кого-то пригласили, или активные клиенты, тоже делают, допустим, одну продажу. И интерпренеры, то есть бизнес-организаторы, которые уже покупают пакет и значит, становятся уже членами команды продавцов плюс строителей своей команды. И опять же, вот в этом виде бонуса есть у компании период до 90 дней после подписания. So again... One of the key things here is it's based on the activity and bringing customers into the business. Как я уже сказал, как сейчас Алан повторил, что самое главное в этом виде бонуса – это активность, реальная активность. Что такое активность? Это продажи, реальные продажи продуктов и услуг, которые мы должны продвигать в рамках наших соглашений, контрактов со сторонними бизнес-организациями. And also something new is the crowd bonus will pay out, sorry, the matching bonus will pay out in a ratio of 1-3 to the crowd bonus. For example, for every 100 euros earned in the crowd bonus, the matching bonus in that example won't go higher than 300. So 1-3 crowd bonus to matching bonus. И очень важно, это самое важное, возьмите ручку и запишите, что сейчас оплата, соотношение того, что вы будете получать по матчинг бонусу, будет 1-3. Допустим, если вы по бинарному баллам, по крауд бонусу сделали, заработали 100 баллов, то вы 100 евро, извините, 100 евро, то вы получите с матчинг бонуса 300 евро. То есть о чем это говорится? Если люди у нас раньше жили на, допустим, на просто никого не подписывая, поставили и просто получали свои деньги с матчинг-бонуса, то сейчас для того, чтобы получить матчинг-бонус, им нужно будет иметь активность и по бинарному, то есть строить команду, грубо говоря. То есть тут ждунов или людей, которые просто вот так вот встали и стоят, и живут за счет этой работающей команды, ничего не помогая, ничего не делая. Это время ушло, поэтому это время сейчас активных людей и тех людей, которые действительно хотят зарабатывать многое, со вкусом и честно, правильно, и не иметь никаких проблем, иметь долгосрочный бизнес. Окей, кто имеет? Окей, the next one is the fear of loss bonuses. И следующий бонус, наш любимый, бонус страха потери или бонус быстрого старта. So as before, you have 14 days from when you first register. 14 дней так и остались. And if you, within that 14 days, if you sell 4 white packages, now you will receive 1 white package. И если в течение 14 дней вы продали 4 белых пакета, вы получите белый пакет. If you sell 4 black packages, you will get a black package. Соответственно, 4 черных, 1 черный. If you sell 4 gold packages, you will receive a gold package as your fair loss. То есть 4 золотых, 1 золотой. If you sell 4 titaniums, you receive a titanium package. Если продали 4 титановых, ну, получили 1 титан. And as before, if you sell a mix of the 4, it's based on the lower package. So for as an example, sell 1 gold, 2 black, 1 white, you would receive 1 white package. И если, как и раньше, в принципе, ничего не меняется, здесь все оценивается по меньшему пакету. Вы продали, допустим, не золотой, 2 черных, 1 белый, вы получите 1 белый. Самый меньший пакет – это белый, вы его и получите. If you'd have sold 2 gold packages and 2 black packages, you would receive a black package. Again, the lesser of the amount. Если вы, допустим, продали 2 золотых и 2 черных, вы получите 1 черный. And also, you still need a personal active sale member on each team.
И вы обязательно должны иметь по одному активному чека в каждой из команд, слева и справа. And the gift code that you receive has all the benefits and the business points linked to it. И тот код, который вы получите, он будет иметь все преимущества и все то, что имеет код, купленный за деньги. Okay, the next one is... I think, Mehdi, it's very important. You just missed one thing in this slide. Yes. Yeah, I will say English. It's very important to understand. If you came as a customer, then you became a member by sell the, say, subscription for Mixer. And then you made four sales, white packages, which you can do. You will receive white package, which you can use for yourself to become an entrepreneur. This, I think, it's important thing which people need to know. So, do you understand me? Yeah. Yeah, yeah. It was actually on the other slide. I forgot to read. It was on the crowd bonus slide. Fear of loss can personal perk package can also be done through fear of loss. Yeah. Because I thought you didn't see the slide as well. Yeah. Okay, shall I translate to Russian? We will switch for the next one. Yeah, I will explain on those one. Okay, so the next one. The next one is the residual bonus. Okay, shall I explain in Russian? Can we return back, please? Yeah. On this, let's do it. Okay, мы вернемся сейчас к этому еще слайду, а он немножко хотел в другое время сказать, так как я слайдов не видел, что делал Алан, как сегодня у нас был последний день нашего мероприятия. Вот. И, значит, вот, допустим, человек у нас вошел как клиент, купил пакет Mixer, играет, все хорошо. Дальше он кому-то порекомендовал, кто-то купил Mixer, он стал уже членом, допустим, активным членом, который может продавать и участвовать во всех, значит, пулах, там 15%, sales бонус, бонус продаж и 25%. Но также, если он сделает 4 продажи, тот человек, который, допустим, купил подписку на Mixer, и он сделал, допустим, 4 продажи белых пакета, не платя денег ни за никакие пакеты, не покупая их сначала, то, сделав 4 продажи в течение 14 дней, он получит, допустим, белый пакет, с которым может активировать себя. То есть для него практически бизнес будет бесплатен, потому что он купил продукт, от которого получает удовольствие. Вот, в общем-то, я думаю, что вам понятно то же самое. Там продаж 4, черный пакет получит черный, значит, черный код, если 4 золотых, золотой и так далее. То есть и так далее, плюс по меньшему пакету. То есть все, что было, только человек сейчас может начать бизнес с того, что он просто стал потребителем продукта, юзером, использователем. И, соответственно, может, немножко, так сказать, облегчить себе жизнь, не платя сразу вот эти 109, там, или сколько это, евро за пакет. Окей. Окей, the next one is the residual bonus. Следующий слайд – это пассивный доход. We still have 21 pools. И все то же самое. Мы имеем 21 пул. And you're still in each pool up until and including the rank that you're at. И каждый пул, он в зависимости от того ранга, на котором вы находитесь. The points in balance to go into each pool is still the same. И баллы, которые идут в этот пул, это те же самые. But the change now is also to qualify, you have to have, if you're in the team leader ranks, 5 active points. И увидите, добавилась колонка активных баллов. То есть начинаем там с team leader 1 звезда 5 баллов, потом идем до директора уже 10 баллов, 15 баллов и так далее. До 25 активных баллов вы должны иметь, чтобы квалифицироваться на эти пулы, которые есть. То есть вы должны быть активны и вы должны иметь клиентов, если проще сказать. Окей. Okay. I said all Russian, you can say all English. Basically, for team leader, coordinator, manager, you need, in addition to the points in balance, 5 active user points, directors, 10 active user points, presidents, 15 active user points, senior presidents, 20 active user points, and ambassadors need 25 active user points. So if you don't have the points, but you do have the balance, you will not be in that pool. It's really important for people to make sure they have both. Yeah, I'm translating. Thank you for all that. Okay. Yeah.
So again, the flow of the funds and the pool allocation is still the same. So for example, все осталось то же самое. So let's give you an example. Let's take our total margin profit just as an example. Let's say if it was 100 as an example. The buyer's discount would be 20, i.e. 20%. There'll be 15% direct costs, and the balance is then what moves over. Если мы смотрим, допустим, 100%, всех денег, которые получены, то скидка для покупателя 20%, direct costs – это значит, расходы, прямые расходы различного типа на то, чтобы сделать эту продажу. И вот у нас 65 евро, которые потом распределяются, соответственно, 15% бонус прямых продаж, 25% пул прямых продаж, активных пользователей, и 60% идет уже на другие пулы, уже идут в компанию. So if you think of that, out of the 165, so 65% moves over to the next column, which is the project margin after the company's cost and discount. И чисто 65% идут уже после всех расходов вот на следующее распределение. Out of that 65, 15% becomes the customer sales bonus. Ну, 15% получается 9,75 евро. 25% goes into the active user pool. 25% идет, если мы считаем в евро, 16,25. Then 60% moves over into the pools. И 39% добавляется в наши пулы. So then out of that 39, as an example. И после того, после 39, вот 39 уже идет дальше. 40% goes to the residual pools. 40% идет в пул по рангам. 40% to the crowd one reward pool. 40% идет в crowd one reward pool. 20% for the company share as previously before. И 20% получает компания. Okay. So just going to show you the timeline. So, и сейчас я покажу таймлайн, который многие спрашивали, что будет и когда будет происходить. Это уже точный таймлайн, который согласован буквально сегодня. Уже вчера еще были некоторые вопросы, об этом говорил Йонас на нашем мероприятии. Но сейчас полностью согласован таймлайн. Just I will translate what I said on Russian, on English. It's the timeline which was actually done today. It's exact timeline. Which company will follow, and all dates here will stay the same. Nothing will change. It's this Jonas told yesterday and confirmed it today, and it's a plan which we see now. It's a plan which we will use from today, and timeline will start today, and you can see all dates here, which is you can. Okay, Mitya. All right. Yeah. So, and also in addition to this, the company set timeline, which we've not got in this presentation, because this is purely on the comp plan, showing about when products are coming out and things to expect. So I'm sure they'll be putting that into the back office as well at some stage. Да, и помимо того, вот распределение по доходам, у нас еще есть линия, значит, roadmap, в котором показано, какие продукты будут включаться, которые будут включаться. Three main ways someone can participate now. И как мы уже говорили, что есть три пути участия в этом бизнесе. Someone can be simply a customer, use the product and receive the discount. Кто-то может быть просто клиентом, использует продукт и получает скидки. Somebody can be a member, so basically they're using the product, receiving a discount, but they can also refer others. And as a member, you can get the sales bonus, the active user pool, the loyalty program, and the fear of loss. И человек, который был клиентом, он может стать и уже членом, полноправным членом, который может претендовать на 15% и 25%, и также может претендовать на баллы лояльности и на бонус быстрого старта или бонус страха потери. And then there's the entrepreneur. That's somebody who refers and builds a team. So in addition to the above, they will get the crowd bonus, the matching bonus, and the residual rewards bonus on top of the others like the member gets and the customers. И следующая позиция – это уже бизнес-организатор или предприниматель, который помимо всех бонусов, которые имеет член,
активный член нашей компании CrowdOne. Он еще будет иметь краудбонус, матчинг-бонус и различные бонусы резидуальные или пассивные бонусы. Okay. So the new starter packages are, we still got, so for example, white, black, gold, titanium and pro. И у нас те же самые остались пакеты белый, черный, золотой и титановый. The white package is now 109 euros. Белый пакет чуть-чуть изменился, был 99, стал 109. But now it's a product bundle. Но сейчас это не просто пакет, в котором мы раньше продавали образование, там и было непонятно, что на самом деле, то сейчас мы четко видим наполненность и значимость каждого из пакетов, и в этом пакете на 109 у нас есть вот целое перечисление продуктов, которые в него входят. И обратите внимание на мелкие буквы, написано Total Value, это стоимость этого пакета, если его покупать по частям. То есть все части собрать, получается сумма больше 1000 евро, ну, практически за каждый вот только детали больше 2000 евро. От, грубо говоря, 1000 евро до практически 3000 евро. Это реальная стоимость каждого из пакетов, этих всех пакетов. Yeah. So each of the packages now has great value because you get 12 months mix of subscription with each package. You get the Mindo lifetime premium. В каждый пакет входит микстер, годовая подписка. You get the Mindo premium with each package. Включается Mindo, да, это обучающая программа. The white package gets 25 euros in travel benefits. Life Trends для белого пакета это 25, мы нажимаем, это ваучер для Life Trends на 25 евро. The black package gets with Life Trends 50 euros in travel benefits. Черный у нас пакет, там ваучер уже на 50 евро. 100 in the gold package and 500 in the titanium. 100 на золотом и 500 на титановом. Also, the black package gets one hexagon for the Planet IX, as does the gold and as does titanium. И если мы посмотрим, то есть каждый пакет последующий, черный, золотой и титановый, имеет один гексагон или одну частичку, это примерно сотку, сотка 10 на 10, грубо говоря, планеты IX. Значит, один гексагон для, ну, по одному гексагону на каждый пакет. Also, there's some new products coming out. The gold package will have the LinkMe and the titanium will also have LinkMe plus SoMe. More details to come in the future. И голый, золотой титановый пакет будет иметь, золотой будет иметь LinkMe и титановый пакет будет LinkMe. Титановый пакет добавляющийся SoMe. О том, что это такое, как это будет работать, мы очень скоро узнаем. The white package will get 5,000 loyalty points. И мы теперь переходим с баллом лояльности, и каждый пакет будет иметь свое количество баллов лояльности. Black 6,000 loyalty points. Okay, just go. Gold 7,500 loyalty points and the titanium 15,000 loyalty points. Мы начинаем с белого пакета 5,000 loyalty баллов, 6,000 на черном. 7,5 тысяч на золотом и 15 тысяч на титановом пакете. The Titanium Pro will get 30,000 loyalty points and a hexagon rate of 20 to 80% BTC to business points. И на лимитированном нашем Titanium Pro, который мы все любим, стоимостью практически 4 тысячи евро, мы получаем 30 тысяч баллов лояльности, и также мы имеем, значит, возможность покупать гексагоны, когда они будут продаваться, да, по стоимости в 20% в биткоинах и 80% в бизнес-баллах, которые у нас есть в кабинете. То есть за деньги в кабинете, деньги, которые у нас есть в кабинете. I think these are great packages because the prices haven't changed with black, gold and titanium. White packages only gone up slightly, but now we get the 12-month subscription of Mixer and the new Mindo in the packages, so great, great, great value. И вы видите, что цены вообще практически не изменились. И если мы говорим о
наполняемости, значений каждого пакета. Ну, посмотрите, сколько продуктов включено, и каждый не стоит конкретных денег. Тот же микстер – это 69, извините, евро в месяц. Вот возьмите от каждого продукта, отнимите 69 ежемесячную годовую подписку, и вы получите, во-первых, это балл активности каждый месяц для вас. То есть, если у вас есть белый пакет, то у вас уже есть один балл личной активности. Окей? Okay, same as usual, you know, the disclaimers of what we are and what we're not. It's important to let people know, you know, we're not selling shares, we're not offering investments, we're not developing games. You know, we're selling products and services of third-party companies to our crowd, to our network. И очень важно понимать, кто, кем мы не являемся. Мы не продаем доли, мы не игровая, инвестиционная, лотерейная, криптовалютная или форекс-компания. Мы не предлагаем инвестиции, мы не разработчики гейм, мы лишь продаем продукты и сервисы, мы социальная платформа. Наш нетворк объединяет людей и бизнесы по всему миру с целью продвижения продуктов, товаров, услуг сторонних бизнесов. Мы используем BTC и эфир как альтернативный метод оплаты, и мы делимся баллами лояльности с нашими партнерами, с членами нашей компании CrowdOne. Also, whenever we do presentations, obviously this isn't the business presentation, it's just an update. It's important that we all have the updated income disclaimer on all the presentations. So please just check who has been... И посмотрите, вот income disclaimer, это очень важно. С каждой презентацией мы заканчиваем этим слайдом. Это очень важно, чтобы вы это прочитали. Он есть на русском и на английском. Где мы, в каких странах мы не можем быть. Я сейчас не буду это все вам читать. Тот, кто читает, можете посмотреть. Okay, Planet IX is coming up real soon. Планета IX, о которой мы уже не раз и очень много говорим, у нас очень много материалов, которые мы уже предоставили людям для размышлений, она очень скоро откроется. And this, about to start the pre-launch of Planet IX. И from today, yeah, I think. Yeah, it's coming through now. Сегодняшнего числа уже начался пре-ланч, пред-старт раскрутки планеты IX. И вот вы видите с левой стороны 13 недель, и каждую 13 недель. So what people will be able to do once it's all live if you're on a white pack in week one, you'll be able to claim 13, black 14, gold 27, titanium 65, and the pro 130 of the hexagons. Yeah, maybe do on English and then I will put a whole bunch on the Russian, okay? Okay, and then each week that goes by, if you don't register and claim in week one and you claim in week two, there'll be less that you can claim. Then every week that goes by, you will claim less. Free. These are free, remember, and may have a value in the future depending on how active you are within Planet IX. But the principle here is the sooner you obtain and claim your hexagons, the more you're going to get. Now, obviously, if somebody joins in week nine of the pre-launch, then they obviously couldn't have got these. They will get whatever's available at that time. So the type of pack you are on will determine the amount of free hexagons you will claim in pre-launch. И очень важно понимать, что вот с сегодняшнего дня пошел отсчет времени, 13 недель до открытия планеты IX, и в зависимости от пакета, на котором вы находитесь, вы можете получить определенное количество гексагонов. Вот, допустим, первую неделю возьмем Titanium Pro, у вас 130 гексагонов, вторую неделю уже 120, и идет понижение до 10 гексагонов в 13-ю неделю. Если человек, допустим, зашел на белый пакет в 10-ю неделю, он получит уже 4 гексагона. Если он зашел на золотой, допустим, в 12-ю неделю, он получит 5 гексагонов. Все очень-очень просто. То есть, чем раньше люди зайдут, тем больше этих гексагональных фигур, этих участков, которые потом будут размещены на нашей планете X, вы получите. And later on, you'll be able to purchase hexagons within Planet IX as well. And depending on what pack you're on, will depend on the split of how you make your purchase cost. For example, if you're on a white pack, 90% can be in crypto,
And up to 10% can be in business points. And if it's graduated, if you're on a pro, only 20% would need to be in a cryptocurrency, Bitcoin, and 80%, up to 80% could be in business points. И очень важно понимать, что как только закончится предстарт, как только наше население планеты Крауд-1 переселится на планету IX, то начнутся продажи. И мы можем сами покупать, можем продавать их гексагоны сторонним потребителям, уже это есть планета IX, это продукт, это огромная игра-стратегия, очень интересная, об этом мы уже говорили не раз. То, вот, допустим, если вы на белом пакете, то вы можете прикупить гексагончиков, используя 90% биткоинов и 10% ваших бизнес-баллов из бэк-офиса. А если, допустим, у вас Titanium Pro пакет, то вы уже сможете использовать 20% биткоинов и 80% с вашего бэк-офиса. Чем больше пакет, тем лучше условия для покупки, значит, вот этих гексагонов. Okay, also there's a couple of updates just out of the buy about promotions for tomorrow. Obviously, the plan's all changing today. The Epic promotion tomorrow, 8th of April. Upgrade for free will be there. Наша любимая Epic Promo, которую компания нам постоянно дает, оно закончится 8 апреля, то есть завтра ночью, час ночи по Москве. Also, a new promotion, obviously the old Titanium Pro promotion finished. There's going to be a new promotion for 777 euros. That's going to include the loyalty points tomorrow. Yeah, so this is just starting. But also, the first 10,000 members to upgrade to Pro will get an extra 100 valuable, those hexagons or pixels, whichever you want to call it, for the planet IX. И очень важно, что значит, новый промоушен на Titanium Pro начнется с завтрашнего дня. Старый закончился вчера. Сегодня у нас, вот мне спрашивали, есть ли промо на Titanium Pro на 777. Сегодня его нет, но с завтрашнего числа начнется новая промо, где вместо rewards вы будете получать баллы лояльности. И также, что очень интересно, что первые 10 тысяч наших членов, новых членов, которые сделают апгрейд на Titanium Pro, получат плюс 100 гексагонов, ну вот этих гексагончиков, этих кусочков соток на будущей планете AX, которая, кстати, очень-очень скоро откроется. All details will be in your back office. Like I say, it was still being switched over before we came on the webinar. It may be open now, so we can all check exactly in the back office real soon as well. The company in Dubai also announced the next Dubai event will be in May 2020, between the 25th and 27th of May. There's going to be 500 people allowed this time in one event, and tickets will go on sale for this event from Monday. From next Monday, the 12th of April. And I believe it's directors one star and above will be able to purchase them. Serge is at Dubai. He heard that announcement, you know, real time. Yeah. I'm really excited. This is fantastic, Matty. I will explain on the Russian this. И пока мы сейчас с вами говорим, то уже идет, если, допустим, бэк-офис открылся, уже открылся, зайдите туда, посмотрите, там будет много интересной информации, пройдите через нее. Если у вас появятся вопросы, задайте. Еще очень важно, что новый Дубай Лайф, он начнется с 25 числа, с 25 по 27 мая. Кстати, в нашей команде будет 21 по 26 Турция, не забудьте. В Турцию мы едем, и, надеюсь, Алан там будет. Вроде бы Турция не в красном листе. Насчет Антони я еще не уверен, но Алан будет точно. И мы услышим прекрасные тренинги, потому что Алан один из топ-нетворкеров вообще у нас. Поэтому, друзья, получили такой шанс. Причем вы знаете, что все ивенты, это, конечно, просто супер. Вот у нас сейчас дубайские ивенты просто и поработали отлично, и отдохнули, и, конечно, классно. И очень важно, что у нас пойдет продажа билетов. В чем фишка? На следующее дубайское, вот это наше шоу или дубайский ивент, у нас будет всего 500 мест, то есть 500 билетов максимум. Это то, что можно наполнить зал. Вот сейчас было можно по 200 человек. То есть компания сделала один ивент, на котором я был.
Сейчас вот завтра начинается второй ивент, и все по 200 человек, а в мае будет ивент на 500 человек. И билеты будут продаваться сверху вниз, то есть это будет продажа билетов. И, соответственно, мы с Алланом купим количество билетов, которые по максимальных, что нам выделит компания. Если, допустим, билеты кто-то не использует наверху, то количество билетов спускается вниз. Допустим, если президент не использует свою квоту на количество билетов, то эти билеты идут вниз. Мэти, I will just explain something which is what them. It's actually on English. Я объяснил на русском, сейчас я объясню то же самое на английском. Значит, we will have only 500 places on this event. The company now, today I just passed the first event, 200 people, and tomorrow we'll start another event, 200 people. Means 400 together. But next event will be exactly 500 people. And ticket will go from the top to bottom. Means first we'll receive the quote, the ambassadors. They will buy their quote. Then senior presidents, then presidents, then directors. Yeah. So if some of the presidents will not, say president's one star, will not buy whole tickets, which was allowed, he allowed to buy, the rest of them going to directors and so on, so on. Means if, but I don't think it will be any tickets available, and me and now we need to buy straight away as soon as possible all tickets which will be there available for us. So to use to be, because the interest is huge. It's Hi, Serge, are you there, mate? We've lost you. Are you still there? Serge, I don't know if it's my end or yours. Can you try and log out and log back in again? Can somebody just please send me a message if you can hear me, just so I know that it's not just the whole room that's locked up. So if someone could just drop me a chat message, that would be grateful, or raise your hand or something. Just have a look. Okay. Alan, Sergey is out of touch now. Okay, that's fine. As it was, everybody, this was actually the last slide. Anyway, we've finished all the compensation plan updates. Now, the back office will be open real soon. It may be open now as it wasn't before the call. We will get the slide decks done and translated. We will get the videos all changed, but we just wanted to wait to see the back office go live in case there's any good sections in there or illustrations in there we can add on to the slides. They're basically done. Just want to check that. So I don't know if somebody could just let everybody know what I've just said. That would be great. Oh, Serge is back now. Serge? The internet is crap here. Believe me, it's absolutely crap, especially in this hotel where I'm staying now. So sorry about it. Serge, that this was actually the last slide we've covered all. Let's have a chat a bit about the multi wallet, because you got slides there. Not on this, because this was just the comp plan, not about all the products that are coming. So I think we need to show the slide, but it's not on this presentation. Yeah, okay. Сейчас, в принципе, мы говорили о компенсационном плане, чтобы вы понимали, как работать, и я попросил Алана открыть другие слайды, где мы бы поговорили о вот этом мультиволите. Это, конечно, прорыв, еще один прорыв. Я не знаю, куда еще дальше прорываться, но это интереснейший момент, который был анонсирован на нашем первом, втором ивенте в самом начале. Это мультиволит, мультивалютный кошелек, который будет включать. Some reason it's not copying over. Just bear with me, Serge, one moment.
I'm back, mate. It's again. So, all right, Serge, I'm just just trying to get the slide off the other slide deck because it was in Keynote. Just give me 1 minute. Okay. Немножко подождите, сейчас мы говорим про мультиволит, и Алан не приготовил, что это было в Keynote, а он не может перевести по PowerPoint, не успел, просто слишком было мало времени. Сейчас Алан сделает эти слайды, мы покажем вам еще раз вот этот мультиволит, потому что я считаю, что это очень-очень важно понять. И потом, когда мы скажем спасибо Алану, то я отвечу на ваши вопросы, которые вы напишите сейчас в чате. Учтите, что меня вышибло 2 раза, и я, честно говоря, не вижу чата. То есть повторите то, что вы хотели бы спросить меня вот, в вашем... Еще раз продублировать это в чате. Спасибо. Окей, Барри? Okay, can you see that slide now, folks? Yeah. It wasn't in that slide deck because I thought it was just a compensation we were covering. But yes, the multi-wallet was announced. It's going to be coming in a few short months as a great payment solution for CrowdOne members and beyond, where people will be able to also have their withdrawals from their CrowdOne back office direct into this wallet. People will be able to do transfers in here. They'll be able to do shares in there as well. I'm told it's got crypto within this. Obviously, a lot more details gonna come out as well. But just to know, it's going to be a fantastic payment solution for CrowdOne. 29 million members, they needed to get one that was global. People have their own IBAN account number and everything. It will be all there. It's with a registered and licensed third-party company. So again, keep your eyes out, folks. This is coming in a few short months. So this was some of the news that came out of Dubai. Serge, are you there, my friend? Okay, folks. Well, like I said, we had finished it. Obviously, we will do some more update calls. We'll do some videos. We'll get them out to the market in various languages as well. We'll do a full in-depth presentation covering everything, the products, including we'll have the multi-wallet on it as well, in depth on the compensation plan. We'll break different parts out as well. There's obviously an issue with connection there for Sergey. So everybody, you know, from my side, you know, thank you. I know a lot of people, some people can't understand me, which is fine. Some can. Thank you so much for your time today on this presentation. We will get the information out to you as soon as possible. Okay. Maybe Serge, all right, Serge, I'll drop off. I've just said thanks to everybody, and that will get all the presentations. Don't worry, because it's a crazy. In and out. Yeah, it's in and out. Hotel. Okay, I'll be here with Russian speaking. All right. Okay. All right. Spasibo. Hey, everybody. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Секундочку. Сейчас мы перейдем к языку. Так, значит, я прошу вас, сделайте, пожалуйста, сообщение в чат, ваши вопросы, и я постараюсь вам на них ответить, если не будет, конечно, по делу. Вот Евгений Попов спрашивает. Как сделать, хороший вопрос, Евгений, как сделать продажу новому партнеру без пакета, если без активности он не может... Это совсем так. Если он является обладателем подписки на мир, у него уже есть реферальная ссылка. То же самое с другими продуктами. У него есть его реферальная ссылка. Соответственно, по этой реферальной ссылке он сможет пригласить и клиента, и партнера. И, соответственно, получить все то, что полагается ему по новому плану. Татьяна спрашивает. Активность. Уточните, что это? Варианты. Вы знаете, конечно, да, немножко сложно говорить, когда простые вещи люди не понимают, но, наверное, надо объяснить. Активность – это значит то, что вы являетесь не только строителем команды, но и потребителем продукта. То есть, если вы у вас, допустим, то в течение
12 месяцев, вы имеете 1 балл активности. То есть вы каждый месяц активны, потому что у вас есть годовая экстра. Также на любой продукт. Платиновая подписка на Travel, допустим, Live Trends, у вас тоже есть еще 1 балл. Если у вас есть 2 подписки на Mixer и на Live Trends, то у вас 2 балла каждый месяц. 2 балла активности. Так, окей. Что будете иметь? Что будут иметь пассивные ждущие партнеры, которые вошли на пассив? Ну, пусть эти ждущие партнеры, которые вошли на пассив, обратятся к тем людям, которые их привели на пассив. Если вы помните, был дисклеймер, в котором было все четко сказано. Вот пусть люди эти обратятся к тем людям, которые привели на пассив, и они все им объяснят. Я такую ерунду объяснять не буду, потому что наш никогда не говорила, это инвестиции или еще что-то, которое позволит людям просто ничего не делать за деньги. Этого никогда такого не было. А тот, кто это пишет, очевидно, имеет хороший опыт приглашения людей в хайпы. Ну, извините, если я обидел, но похоже на то. Те, которые неактивны, но имеют доли, как им будет начисляться доход? А у кого есть доли, то есть реворсы имеется в виду, да, вот они будут получать, как получали. Ничего не меняется. Здравия, прослушала количество гексагонов. Посмотрите запись, там это сказано. По количеству гексагонов просто прокрутите, и запись идет на YouTube, там все сказано, остановите, смотрите в слайде, там все написано. Чтобы если на второй раз, надо покупать этого. Нет, Фатима, чтобы иметь скидку на Live Trends, не надо покупать пакет. То есть, если, допустим, кто-то по нашего партнера зашел на нас, он будет иметь скидку 20%. Если он платиновый пакет, то он будет иметь скидки ну, практически до 90%. То есть разница между простым входом просто бесплатно. Это 20% скидок. 20%. И это уже до 90%. Наполненность пакетов у всех партнеров или только у новичков? Да, у всех. У всех, кто будет гексагонов и у старичков. Что будет с нашими долями, с ревордсами, имеется в виду, да? Ну, во-первых, мы будем ежеквартально получать растущие доходы на них. Только подумайте, что в течение вот этого месяца в Mixer, то есть в компанию зашло практически 3 миллиона людей, которые каждый, по сути, заплатил 69 евро за годовую подписку. А теперь, значит, по условиям нашего контракта с Emerge Gaming мы получаем 80% этой суммы. Эта сумма распределяется на 12 месяцев. Ну, посчитайте, какой будет пул для начала Mixer, а потом посчитайте, какой будет пул активности 25% плюс 40% по рангам и 40% на ревордсы. Все завязано на активность. Это было завязано с первого дня, когда компания только начиналась и приносила идею. То есть сейчас все это уже оформилось в конкретный концепт, который позволит нам выйти на рынок Америки. И если мы выйдем, или когда мы, если я думаю, это плохое слово, когда мы выйдем на рынок Америки, то я думаю, что у нас будет не сотни миллионов, а миллиарды. Это факт. И слушай, что миллиард – это не такая уж неразрешимая величина. Я думаю, что миллиарда мы достигнем достаточно быстро. Окей. Объясните, пожалуйста, как осуществить быстрый старт. То же самое, 14 дней, в течение 14 дней вы продаете, если вы партнер, то вы партнер, если вы просто пользователь, который кому-то рекомендовал, кто-то купил, как активный пользователь, то продавая, не являясь членом Crowd2, не купив пакет, то вы по условиям продаж, если вы 4 продали пакет, полноценный пакет, сейчас от стадии 4000, условно говоря, то вы тогда получаете свой пакет, который вы активируете свой аккаунт. Так, главное,
Будет ли служба техподдержки на русском языке и в интерактивной форме? Насчет службы техподдержки на русском языке, она уже есть, она расширяется и развивается. Это на 10 языках, причем работа идет. У нас было совещание именно по этим вопросам, и там, конечно, по сравнению с тем, даже что было там несколько месяцев назад, шагнуло далеко вперед. Расскажите про новый кошелек. Ну, про новый кошелек Алан рассказал. Я сейчас, ребят, действительно очень устал. У меня очень были напряженные дни. Мы здесь приехали не отдыхать. И сегодня первый, как должен быть, день отдыха мы провели на яхте, но все равно пришлось работать. Сейчас я перевожу и объясняю, отвечаю на вопросы, поэтому по кошельку мы пройдемся позже, когда будет больше детализации. Но кошелек — а это такая штука интересная, которая позволит нам мало того, что выводить деньги, а у нас криптовалют никаких там вопросов нет, но вот этот криптокошелек позволит нам использовать его как средство оплаты через App. Так, все участники, давайте сейчас подождем. Возможно, у Сергея опять что-то со связью. Если он выйдет на связь, то тогда продолжим. Подождем буквально пару минут. Так, друзья, опять вернулся. И я опять, у меня чат обнулился, и снова опять вопрос от Натальи, вот, который я вижу. Связь здесь очень плохая, в Дубае очень плохая, хотя город, конечно, сумасшедший, супер, это, конечно, это Сингапур номер два. Чтобы иметь 5 баллов активности, что мне нужно приобрести везде продукты и просто посещать сайт? Наталья, нет, вам нужно иметь свою активность, сколько-то баллов, и, допустим, если у вас первая линия имеет активность, или у вас есть, допустим, 4, 5, 10, 20, 100 клиентов, то это будет вам добавлять активность. Значит, с февраля 2021 года я новичок, пакет «Титан», не успела создать команду, успела сделать только быстрый старт 4 партнеров на черный пакет, будет и миксер у меня, у моих подписанных, или... Микстер со 2 марта выдается тем, кто зашел только со 2 марта. И кто будет заходить сейчас? До этого микстер выдаваться не будет, и он будет покупаться. Мы дополнительные цены, значит, нет, LiveTrends уже дает скидку 20%, скидка 20% на LiveTrends. Дополнительные цены. Транснитка, которая дает, то есть, допустим, на booking.com, вы видите разницу, ну, примерно в 20% между LiveTrends и booking.com. Так, еще вопросы. Я говорю, что я стер здесь вопросы, которые были до того, по причине того, что я вылетел. Так, если вопросов нет, то... Так, есть вопросы. Дариха, можете ли ответить на вопрос, например, если я захочу поехать отдохнуть, например, в Турцию или другую страну, как узнать оптимальный вариант в плане скидки цены отдыха? Дариха, вы это познается методом сравнения. Вы делаете очень просто. Вы заходите в LiveTrends, смотрите, куда вы хотите ехать. Заходите в Booking, смотрите то же самое место и видите цену. Или наоборот, Booking, смотрите цену, потом в LiveTrends смотрите цену в обычный. Потом спрашивайте у того человека, у кого есть платиновый пакет. Человек тоже смотрит и говорит вам цену платинового пакета, и вы принимаете свое решение, потому что, значит, куда, где вы будете платить, в LiveTrends, в Booking или там в Platinum LiveTrends. Нужно будет что-то покупать еще, чтобы иметь активность. Вы должны иметь свою личность. Условно говоря, вы можете быть на микс, вот активность. Одна единица активности каждый месяц, 12 месяцев. Друзья, ну это элементарно, это арифметика, даже не математика. Ну,
Давайте голову включать. Это же не детский сад. Вот тысячу раз об этом говорил. Нет все равно вопроса, почему это самое... Нужно ли что-то покупать? Конечно, нужно. Быть надо активным клиентом. То есть, если мы говорим о продуктовых компаниях, есть там закон, надо быть, потреблять свой собственный продукт. Точка. Если мы этого не будем делать, мы будем, ну, в принципе, да, где-то близки к пирамиде. Соответственно, мы должны это делать. Потому что мы не только партнерская организация, которая строит, условно говоря, вот эту бинарную систему, мы строим систему партнеров-клиентов, друзья. Изначально маркетинговую организацию продаж. Продаж, прямых продаж. Так, можно уже приложение Crowd2, невозможно. Так, да, да, приложение усовершенствуется, потому что сейчас как раз идут работы, оно скоро выйдет в полном мире, потому что все меняется, друзья, наша компания меняется так же быстро, как и мир. И, кстати, очень интересно, мне сказал Йонас на нашем мероприятии в Дубае о том, что мы как машина Тесла, машина та же, но она постоянно апгрейдируется. Вот так же апгрейдируются наши пакеты. И они будут апгрейдироваться постоянно, идти апгрейд. То есть мы будем получать все больше, больше от компании, внеся те же самые деньги. Уберите свою коленку с экрана, пожалуйста. Ну, я не знаю, где у меня коленка. Так, друзья, опять у Сергея немножко что-то со связью. Вот вернулся. Так. Оп, окей. Так, вернемся в чат. Секундочку, у нас что-то там было. Так, сейчас. Размеры доли будут, как всегда, в личном кабинете. Гексагон для новичков, я уже сказал. Для всех будут гексагоны, для новичков и для старичков. Значит, коды все получат, кто зашел в марте. Коды на миксер имеется, ну да, все получат. Не волнуйтесь, все у всех будет. Компания сейчас над этим работает. Причем, кстати, я видел, как компания работает. Если обычно компания приезжает, там несколько кабинетов снимает, то наша компания в Хилтоне сняла целый этаж, где две огромных комнаты было заставлено компьютерами, там сидели программисты, и они работали каждый день. Так что у нас необычная компания. Бонус сохраняется, только мы получаем его в баллах лояльности. Значит, в кабинете будет видно, сколько баллов активности у меня есть. Есть новая презентация, которую переведу на русский язык, там есть картинки, и мы еще раз проведем подобную презентацию, посмотрите. И в вашем бэк-офисе вы тоже это все увидите. Доля сказал. С понедельника можно будет начинать забирать гексагоны. Статусы не обнуляются. Всем партнерам со 2 марта, да, обещали, и у всех партнеров с 2 марта будут подписки годовые в Микстер. До 2 марта подписок не будет. Об этом, это, ну, грубо говоря, оговорился Йонас на ивенте. Ну, это его можно понять, потому что там первый ивенте он был очень-очень уставший, очень много сил было отдано, очень много работы проведено, и человек имеет право на оговорку. Ничего страшного не произошло. Со 2 числа все, кто вошел после 2 марта, все получат свои годовые подписки на Микстер. На мультирой возможно торговать Crowd1 Rewards. Друзья, давайте дождемся до того момента, когда запустим мультивалютный кошелек. Я знаю, что на мультивалютном кошельке будет возможность делиться, перекидывать друг другу доли различные, да, или акции, или еще что-то. Давайте доживем до более детального объяснения кошелька, причем осталось совсем немного. Это, по-моему, в июле запускается, значит, наш новый мультивалютный кошелек. И сейчас я попробую найти слайд, в котором есть, значит, вот этот roadmap по продуктам, запуску продуктов. Даже обсуждался просто. Так, ладно.
Так, с сегодняшнего дня Титан Про дает дополнительно 100 гексагонов. То есть, если, допустим, в том, значит, в том слайде, где вы видели 130 первая неделя, да, вот начиная стартует 13 недель, первая 130 гексагонов, Про Титан, вторая 120 и далее понижение, то если человек зашел и попал в 10 тысяч первых, да, он получает дополнительно еще 100 гексагонов. То есть не 130 у него будет, а 230 гексагонов. А если вы читали про Decentraland, Upland и про Землю-2, то, наверное, вы понимаете, что гексагоны могут стоить в ближайшем будущем, там будет, может быть, рост тысячи и тысячи процентов. Так. Насчет всех партнеров, которые получат годовую подписку на месяц, я следовал тому, что говорил Йонас. Он сказал для всех, но оказалось 2 марта. Я объяснил, почему. Так что, ну, вот хозяин-барин. Так, дальше. В чате пишут, кабинеты заработают. Ну, прекрасно. Кабинет заработал. Всем дадут, еще раз, тем, кто жил в марте, всем дадут миксер. Кошелек, когда запустится, скорее всего, в июле. Более точно мы узнаем в мае, скорее всего, в июле. В мае вообще очень будет важный ивент, и те, кто туда попадет, из тех, кого мы с собой возьмем, лидеров, которые покажут быстрый рост, они увидят, то есть вот те, кто приезжает на эти ивенты, они уезжают отсюда другими. Вот у нас пример есть Ержана, и который... Кстати, я бы хотел, чтобы он выступил. Ержан, подними руку, если ты здесь. Будет здорово. И я тебе просто, ты просто расскажешь свою историю и что произошло между двумя Дубаями. Окей, так. Если за месяц не прошло 4 продажи, но прошло 3, то оплаты не будет. Но у вас должно, по идее, быть 5 активных баллов. Соответственно, если у вас в месяц не будет 5 баллов, то у вас не будет оплат. По тем или иным там, по матчем бонус. То есть у вас должно быть 5 активных. Постоянно 5 активных, за этим надо следить. У вас в личном кабинете будут точки отсчета, графики вы можете смотреть. Так, никаких партнеров будет обнулять. Не будет никаких партнеров, обнулять не будут. Но у них будет, если человек не активен, и у него есть длинная нога, он ничего с этим не делает, то, соответственно, каждые 6 месяцев у него будет уходить число баллов, если нога не растет. И в конце концов, да, он обнулится. Значит, еще раз по Микстеру. Сейчас только запущен новый сайт, и те, кто зашел в марте и после, получат свои, эти самые, свои годовые подписки, и, соответственно, это все будет, если там что-то, сейчас идут какие-то сбои, запускается новый сайт. Друзья, вот эти странные люди. У нас компания сейчас 29 миллионов человек. Вы поймите, какой объем работы делают программисты в нашей компании, чтобы это все работало. Вот так, на минуточку, так вот. Думайтесь, да? И вы хотите, чтобы все работало с полточка идеально? Это не бывает такого. Значит, что-то где-то там сбоит. А это, конечно, будет исправляться. Как исправляется, исправлялось всегда и исправляется. Так, окей. Через Новопага советуете ли делать оплату или вывод? Я Новопага не пользуюсь. Кому удобно, Пульс пользуется, я использую Binance. Мне с Binance удобно. Это преференции того человека, который работает. Если пакеты входят в Mixer и другой продукт, значит, все они будут активны. Ну, конечно, если вы купили Mixer на год, то 12 месяцев у вас есть по одному баллу. Каждый месяц по одному баллу активности. Обнулиться – это не значит, что его… Нет, его не удалят. Удаляют за какое-то нарушение. Вот, допустим… У нас в Микстере, когда проходил Микстер Спиннер, у нас некоторые умные люди генерировали кучу левых аккаунтов, и потом за это были заблокированы. И сейчас с этим разбираются. Так, окей, с этим разобрались. Никто никого удалять не будет. Значит, первый вопрос у меня, это кто у нас? Это Оля, да?
У меня 8, бинар 80%, матч бонус 20%, это признак активности. Признак активности – признак продаж. Активность – это вы продали что-то или купили что-то. Значит, вы активный потребитель или активный продавец. А не просто, потому что бинар, вы, у вас мышление вот, на сегодняшний день у многих. Извините, но это мышление сетевиков. Сейчас нам переключаться на мышление продавцов. Ну и сетевиков оставить. Но продавцы, сетевики не могут сейчас работать без того, чтобы быть продавцами. Сейчас недостаточно строить команду, сейчас надо будет продавать. Но я надеюсь, что мы свою команду обучали вот эти 2 года и говорили про партнерские доходы не зря. И многие из тех, кто к нам присоединился, они не будут задавать такие глупые вопросы. Партнеры, мы будем покупать миксер. Да, конечно, если у вас закончилась годовая подписка на миксер, вы будете покупать подписку на миксер. Объясните регистрацию под другой логин. Ну, это вопрос я не понял. Один гексагон – это какое количество земли? Примерно сотка. Примерно сотка, потому что исходили из плитки 10 на 10, но решили ее сделать в форме гексагона, в форме шестигранника. Если помните, у нас в Crowd One Rewards были такие вот, и Owner's Rights были такого гексагончика. Ну, хорошая фигура, красивая, интересная. И стыкуется интересно, потому что, ну, интересно. Причем немножко по-другому. То есть примерно сотка. Получив гексагоны, скажите, пожалуйста, место мы когда сможем выбирать или дабы, когда земля будет открыта, первыми переселенцами будут наши партнеры, все будет идти сверху вниз, то есть от амбассадоров и спуская сеньоры, президенты, бум-бум-бум, вниз-вниз. Вот, и как только вам открывается земля, вы сможете поставить свой гексагон в определенное место, которое вам нравится. Можете там Эйфелеву башню, допустим, на нее поставить. 10 на 10 хватит, чтобы купить верхушку Эйфелевой башни и потом ее продать кому-то. Так, обнуляться и доли, если чек не активный. Доли не обнулятся. То есть, если вы говорите о Crowd One Rewards, если они у вас есть, то на них на сегодняшний день никаких ограничений и обременений не наложено. То есть доли, реворцы, так называемые внутренние доли, они так, как работали, так и работают. Значит, гексагоны что дают? Я по второму заходу не буду объяснять. Есть у нас канал на Телеграме. Пожалуйста, спонсор, дайте людям этот канал, пусть люди заходят, читают информацию. Там много написано, размещено разных статей, там и NFT-токены, и как работают разные варианты того, что мы делаем. Только хочу одно отметить, что планета AX будет отличаться от тех проектов, которые вот Decentraland, Земля-2, там еще что-то, Upland, допустим, они будут отличаться тем, что мы не делаем ставку на вот эти вот гексагоны, которые будут NFT-токенами, а мы делаем ставку на совмещение живой жизни и виртуальной жизни. То у нас будет перетекать одно в другое. Это очень важно понимать. То есть у нас не будет все сконцентрировано на том, чтобы игра, игра, игра. Из игры деньги и возможности будут перетекать в реальную жизнь. Сергей, там Ержан руку поднял, дадим слово. Вы просили? Так, еще гексагон сегодня неизвестно. Так, сейчас я договорю. Ержан, секундочку, дай тут мне это самое. Стоимость гексагона сегодняшний день известна. Нет, неизвестно. Благодарим вас за все, Сергей. Спасибо. Спасибо, Дамир, спасибо. Спасибо. Вы уже решили, где брать гексы. Поделитесь, пожалуйста. Ну, брать, естественно, в бэк-офисе. Гексы брать. А вот куда размещать, об этом надо будет думать. Так, окей, давай, открывай Ержана, пожалуйста, и пусть поделится, пусть откроет экран, я немножко отдохну. Ержан, здесь? Да-да, всем привет. Все, дорогой, привет, дорогой. Я смотрел трансляцию в YouTube, не знаю, почему-то выбрал этот вид коммуникации. Окей. Окей, Ержан. Окей. Да-да-да. Знаешь, расскажи мне, пожалуйста, вот я хотел бы, знаешь, что ты рассказал, потому что ты же приехал на первый в Дубай, ты у нас дважды герой, у тебя 2 звезды, Дубай-1, Дубай-2, да? Да-да-да. И я бы просто хотел, значит, чтобы ты как бы рассказал свой опыт, как меняет Дубай, как изменил тебя Дубай?
первый и как изменил тебя Дубай второй? Потому что сейчас закончил второй Дубай. Сегодня у нас как бы день отдыха, по идее, должен быть. Вот, но там мы отдохнули хорошо, да? Вот, но, тем не менее, давай расскажи, пожалуйста, да? Хорошо. А видео можно включить? Конечно, нужно включить. Ну, не получается почему? А, подожди. Что ты знаешь, у меня просто... Николай, ты можешь включить видео, Ержан? Да, сейчас я пробую. У меня что-то на планшете как-то пока непонятно мне, как пользоваться. Это второй мой Zoom. Я еще не могу понять, как это все работает. Кстати, я планшет тоже уже думаю купить такой же. Не, хорошая штука, только надо привыкнуть к ней. Она немножко необычная. Некоторых вещей здесь нет, то, что есть на компьютере. Ну, по идее, у Ржана ограничений нет. Странно как. Может, демонстрацию экрана надо выключить сначала? Потому что Dream Team запустил демонстрацию. Кстати, да. Из-за этого. Похоз, давай. Вот, отключили. Ага, и теперь мне дайте, пожалуйста, видео включить. Да, сейчас. Yes. 227 человек, я так понимаю, у нас остались еще многие вопросы нерешенные, поэтому люди ждут информации. Так, тебя проще, наверное, с организатором сделать, потому что... Сергей, можете держать? Dream Team теперь является организатором. И, пожалуйста. Все, я здесь опять вернулся, мне опять ушибло. Так, еще раз попробуйте сделать копост. Да, yes. Все, сделал. Держан, открывай. Ага, все отлично. О, всех приветствую. Наконец-то. Да, действительно, уже дважды герой Дубая. Будешь трижды героем Дубая. Дай бог. В мае обязательно мы планируем и Турцию, и Дубай. Вот. И, ну, что сказать. Первое, как говорится, крещение было у нас 26 февраля. Впервые я увидел руководство компании. Впервые я увидел Сергея, живого Сергея. Не такого, как на экране. Да, продолжаешь видеть. Да, ну такие встречи, они меняют отношения, возводят их на более высокий уровень. То, что мы чувствуем сейчас здесь, в Дубае, это такое ощущение, знаете, когда вы можете нашу компанию реально пощупать, и мне нравится, как она на ощупь, потому что здесь все грандиозно. Компания не мелочится. То, что мы сегодня слышали и вчера слышали от нашего руководства, воодушевляет. То, что мы сейчас переходим и делаем какой-то апгрейд самой компании, это говорит о том, что мы выходим на новый уровень. Раньше у нас была компания, которая набирала определенную критическую массу людей. Многие люди на этом сделали себе хорошие деньги, но... Приходит время, когда надо будет немного менять свое понимание бизнеса. И то, что мы выходим на Америку, это, естественно, нас ограничивает в этом таком состоянии, и мы должны уже улучшаться. Как вот Tesla, как говорили, да, автомобиль остается такой же, но программное обеспечение улучшается. Я только что зашел в свой рабочий кабинет, посмотрел его, глянул, и там есть такая же функция, как улучшить свой пакет. Там же появляются новые функции по Life Trends, по Mindo, добавится потом LinkMe и SoMe. Это тоже продукты, которые будут запускаться дальше. Ну и Планета AX, естественно. Планета AX – это то, что мы сейчас будем в ближайшее время наблюдать. И учитывая, что эта индустрия уже занята, есть какие-то уже существующие проекты, которые на этом уже большие. Ержан, я бы не сказал, что она занята, она начинает заниматься, начинает пробуждаться. И не так много проектов пока, хотя вот Кенни и тот же Йонас сказал,
что к концу года таких проектов будет тысячи, сотни и тысячи. Но мы, у нас есть огромное преимущество, у нас будет к концу года 100 миллионов человек, 100 миллионов переселенцев, которые нуждаются в своей земле. И это очень, очень важно понимать. Если вы это поймете, то тогда у вас все пазлы сложатся и все пойдет как нужно. Иржан, тебе слово. Да. Я имел в виду то, что это уже рынок созданный, и мы не создаем новый рынок. Мы заходим уже на существующий рынок, который уже показал свой объем. И я думаю, что когда мы зайдем на этот рынок, мы просто этот рынок разорвем, потому что ни у одной компании столько не было людей при старте. И вообще, на самом деле, я часто для своих партнеров на своих презентациях даю информацию, что что бы ни запускала компания Crowd1, это будет бестселлер, это будет блокбастер, и это будет топ, постоянно топ. И 29 миллионов человек – это уже основа, на которую можно запускать хоть какую индустрию. Любая индустрия перед нами не устоит. И то, что будет у нас в будущем, да, цифра, мы ориентируемся уже не на 100 миллионов пользователей, мы ориентируемся на миллиарды. И миллиарды, естественно, голову скружат любому человеку, только не нам, и только не Йонасу Эрику Вернеру, который, когда нам показывает какие-то новые свои идеи, он машет руками, он вдохновляет, и то, что он верит в это действительно внушает нам тоже уверенность. Йонас – это действительно человек, во-первых, самый такой обычный, простой парень, который любого своего партнера по команде, партнера по компании встречает с улыбкой. Нету никакого пафоса. Все наши партнеры, которые здесь были, успели пофотографироваться с ним. Он никому не отказывает. Больше отказывает его охрана. Охранники очень злые. Но не для главное всех. Не для всех. Да, главное обойти охрану, а Йонас, он всегда с распростертыми объятиями встречает всех партнеров. Вот. Ну, действительно, чтобы такое ощущение иметь, нужно вам быть на ивенте. И когда мы общались с Энтони, вы знаете, это суперзвезда компании Crowd1. Это человек, которого даже Йонас боится. Он прям так же был один какой-то смешной момент, когда Йонас забыл имя. Ну, бывает такое, вылетает из головы. Он назвал Магнуса, назвал Ричарда, да, кажется, второй амбассадор. И вот говорит, точно, Энтони. В общем, было очень круто, партнеры. Я хочу, самое главное, для своей команды, вот именно для моей команды хочу еще сказать одно. Пожалуйста, готовимся все готовимся делать свои статусы, закрывать, и готовимся в мае быть и в Турции, и в Дубае. Ну и в Дубае, что... и те, кто будет очень тяжело работать. То есть и те, кто будет тяжело работать, покажет результат. Мы с собой возьмем. А те, кто будет так, захочет просто прокатиться, может тоже прокатиться, но на ивент не попадет. И тяжело работать с нами вот эти там 3-4 дня, которые мы пашем действительно и выкладываемся на все 100, хотя вроде так, саунд такой, что там мы приехали, там что там, посидели, послушали. Нет, друзья, мы каждый день работали, мы принимали информацию, мы ее сублимировали. Иржан, он у нас вот выиграл контент, выиграл телефон. Почему? Потому что он, вот он, телефон, вот, потому что он просто делал то, что ему сказали делать, он дублицировал то, что ему было сказано, он выиграл, и мало того, благодаря вот этим всем постам, мы с ним сидели как раз, где решали какие-то вопросы, вот, говорили о будущем, раздался звонок, и человек какой-то непонятно откуда-то там позвонил ему и с просьбой зарегистрироваться, то есть по Инстаграму видел посты Ержана, и, соответственно, вот простой с улицы человек обратился, и таких было очень много. И сколько у тебя таких? Сколько людей в день таких обращается, Иржан? Примерно сколько? Ну, не в день, давайте в неделю хотя бы один человек точно звонит. Ну, хотя бы один в неделю, это, извините, 4-5 в месяц. И это, извините, 60 в год. Да. Нам для нашего бизнеса, вы знаете, достаточно один человек слева, один человек справа. Так что, в принципе, рано или поздно будет обращаться и в день по 100 человек, тем более у тебя хорошие посты, у тебя грамотная работа, и ты действительно значительно вырос по сравнению там, с первым Дубаем, когда ты приехал, когда мы сидели ночью после прилета, когда все уставшие, но веселые, задорные до завтрака,
и говорили не о там спорте или еще о чем-то, политике, под хороший, так сказать, мужской разговор, а мы говорили именно о бизнесе. Ну вот, и сейчас просто вот я вижу огромные изменения, и я вижу, что то, что здесь делается, и тот уровень людей, который нас окружает здесь, это меняет, в общем-то, людей значительно. Поэтому кому повезет быть в Дубае, соответственно, друзья, вам повезет. Но мы будем выбирать лучших. Мы не возьмем абы кого, потому что здесь нужны те люди, которые хотят стать в ближайшее время, повысив ранг там на порядок. На порядок имеется в виду, если там менеджер, то это директор там 3 звезды. Там, если ты директор, то это президент там 2-3 звезды. То есть людей с амбициями, с движением. И мы видим, что люди сейчас, допустим, менеджеров делают за неделю. То есть это настолько горячая тема наша, настолько она актуальна, настолько она трендовая, что она реально пробивает всех. Реально. То есть, грубо говоря, если вы не проснетесь вовремя, ну вот, то вы поймите, сейчас 29 миллионов. Я думаю, уже завтра будет 30, завтра, послезавтра будет 30 миллионов. Там через 2 месяца, через месяц может быть 50 миллионов. К концу года может быть 100, 150 миллионов. Весь вопрос в том, сколько из этих миллионов будет в вашей команде. Друзья, это простые вопросы, очень простые вопросы. И еще есть интересный момент, что на Земле всего, на всей Земле официально там около 200 миллионов сетевиков. Но проживают на Земле миллиарды людей, миллиарды. В игры играют 2,7 миллиарда человек. Плюс, об этом мы постоянно говорим, друзья, людей море, интерес огромный. И сейчас нам не нужно говорить, чем наш продукт лучше того продукта, объяснять. Нам этого не надо, у нас одна планета АИКС. Я только начинаю говорить с кем-то о планете АИКС, мне дают визитную карточку, телефон. Сразу же, без разговоров, потому что это интересно. Это замечательно, вообще это супер, это классно, это трендово. Поэтому мы в нужное время, в нужном месте. Ежан, спасибо, сейчас доотвечаю на вопрос и все. На этом мы заканчиваем, потому что время уже позднее. Запись будет этого эфира, да, она на YouTube. Ержан послал, значит, Инстаграм, да, все, скинул. Если человек с амбицией, но без результата, может попасть в Дубай или Турцию. В Турцию может, в Дубай нет. Нам нужны люди с результатом, амбициями и результатом в Дубай. В Турцию, да, потому что в Турции у нас будет командное мероприятие. Но оно будет тоже очень серьезно, потому что люди, которые будут присутствовать на нашем мероприятии здесь, в смысле в Турции, это те люди, которые поедут в следующую поездку. Это наверняка будет уже не Дубай, надеюсь, пандемийное значит, ограничение снимут. Это может быть любая страна мира, включая там, Казахстан, Россию, Киргизстан, там, Индию, Китай, там, где угодно это может быть. Может, компания тоже не хочет особо сидеть на одном месте, она хочет перемещаться по всему миру. И Дубай – прекрасный город, но в Дубае у нас будет нашим рабочим городом. Кстати, служба российской поддержки, она будет русскоговорящих, она будет сидеть в новом офисе в Дубае. Вот, соответственно, программисты и азиатская поддержка тоже будет здесь. Плюс здесь можно будет так называемый walk-in офис, куда вы можете зайти. Он будет запущен, по-моему, если я не ошибаюсь, в июле. В июле будет офис уже открыт. В мае кто приедет, и, соответственно, топ-лидеры посетят уже, ну, я думаю, что частично отремонтированный офис. А там у нас 3 этажа. Просто 3 этажа. Вот сегодня мы ездили как раз на яхту, значит, по дороге на яхту. Мы проезжали здание нашего офиса. Есть видео, съемки, можете посмотреть. У меня есть видео из офиса. Я их еще не выкладывал, в которых мне просто просили. Есть фотографии из офиса, но есть видео, в которые я ходил. То есть там 3 этажа. 3 этажа, 3,5 тысячи квадратных метров. Это компания наша вообще сумасшедшая. Она как Дубай, она как Сингапур. Быстрый рост, интересное развитие, в общем, классно. И те люди, которые слушают, кто еще думает, ну, думайте дальше. Ну, я надеюсь, что когда мы дойдем до миллиарда, может, кто-то и надумает. Поэтому, так, сейчас я тут посмотрю еще, а вот еще вопрос. Давайте, последний вопрос, и все, и по матрешкам. Будет рекламный щит в Дубае. Ну, увидите, что будет в Дубае. Будет очень много чего интересного. Вот, так что нормально.
Значит, с какого ранга в Дубай? Обращайтесь к своим спонсорам. Они узнают у меня, сколько будет посадочных мест на тот самолет, который полетит в Дубай. Вопросы ваши не понял. Говорили про коды в конце конференции. Это просто я не понял. Много что говорили про коды. Я переводил Алана, он говорил про коды. Не знаю, о чем вы говорите. И чтобы сейчас не искать слайд, я просто запишу по roadmap, который есть у меня слайд, отдельное маленькое сообщение, когда какие продукты будут запущены, и выложу его на нашем канале в YouTube. Окей, друзья, спасибо всем за внимание. С вами был Сергей Качерин, Николай Осипов, Ержан, Алан Плат. Всего доброго, до свидания, пока-пока.